Бабочка Алкиной считается очень красивой и элегантной. Бабочек вообще сложно сравнивать друг с другом. Они красивы все, без исключения. До недавнего времени Алкиной и некоторые виды подобных ему бабочек относили к роду Атрафанеура. Но после ревизии семейства парусников в 2000 году примерно 15 видов были отнесены вот в этот новый род. Поэтому бабочка Алкиной в литературе часто встречается под двумя научными названиями. Английское название Алкиноя Chinese windmill переводится как «китайская ветряная мельница». Скорее всего, его так назвали за характерные ярко выраженные жилки на крыльях, схожие с ячейками на лопастях ветряных мельниц, строившихся в Китае. Свое русское и латинское название бабочка получила в честь одного из персонажей древнегреческой мифологии – Алкиноя, внука Посейдона и царя богатых мореходов. Размах крыльев бабочки достигает 9 сантиметров. Хотя в окрасе преобладают серые и черные тона, в целом бабочка смотрится очень изящно и элегантно. Обитает Алкиной в Японии, на Корейском полуострове и в Китае. В России ее можно встретить в Приморском крае, иногда она залетает в Уссурийский заповедник. Бабочка Алкиной предпочитает лесные опушки и поляны влажных лесов. Летает там, где растут киркозоновые растения. Именно ими и кормятся гусеницы. Самки откладывают по одному яйцу на нижнюю сторону листа этого ползучего растения. В год бабочка дает 2 поколения. Первое поколение появляется с конца мая до середины июня, а второе поколение с конца июля по август. Представители второго поколения отличаются меньшими размерами. Бабочки летают медленно, самки чаще сидят в траве. Самцы охотно посещают цветки киркозона и большую часть времени проводят в кронах деревьев. Естественных врагов у Алкиноя немного, так как гусеницы и бабочки ядовиты. Яркие красные и желтые пятна в окраске указывают их врагам на ядовитость. Гусеницы Алкиноя питаются листьями, оставляя на них характерные чаистые отверстия. Окукливаются на нижней стороне листа. Зимуют у поверхности земли вместе с опавшей листвой. Бабочка Алкиной и растение киркозон неразрывно связаны между собой. Исчезновение киркозона из-за лесных пожаров и участившихся массовых вырубок леса, а также сбор растения местным населением для использования в народной медицине, ведет к сокращению количества бабочек. Только сохранение участков произрастания киркозона, а также его разведение, позволит сберечь эту оригинальную бабочку – Алкиной.